Я перед тобой в долгу. Я не могу встать. Тебе не попадались другие проводники судьбы? Охренеть просто, да? Есть кое-какие дела. Ну ладно. Пошли тогда отсюда. Пойдем другие квесты сдадим, какая разница. Да, потом еще вернемся. Или каждый потом в соло сходим. Я в соло очкую, я могу умереть. Мы да тебя почти не хилим. Все равно вероятность есть. В теории, если я ворвусь в толпу мобов, и они будут не ваншотные, и вдруг мне срочно нужно будет АФК на 10 минут, то я могу, в принципе, умереть там здесь. Блин, тупизм, нельзя спрыгнуть. Не забудь, Келем, вот. Мы должны вечь. Молодец. Спасибо. Чем меньше нежити, тем нам легче. Начала. А, это на дракона, на вот это. Где? Не, вот тут он внизу. Нужно положить конь. Он, кстати, вернется через 3 минуты. На службу новых драконов. Сектанты в Невердете убедили присоединиться к ним Чартарикса, зеленого дракона с дурным характером. Победа над Чартариксом даст нам время разобраться, что задумал новый культ. За 1 минуту тогда пойдем. С некромантами и нежитью получит награду. Да, туда же опять послали, они задолбали уже. Бьем баллов. Квест или пошли на дракона? А еще рано на дракона, мне кажется. Давай тогда лучше я сейчас дропну. Или продавай. Познавание. Мы должны избавить мир от страха. Или не буду этим делать. Мне кажется, оно того не стоит. Ну просто может купить их чисто для того, чтобы для себя броньки распознавать. Допустим. Назначена награда за некроманта! Щит себе купить.
на 400 тысяч. А, тут и брони до хера всякой. Так что тебе какое-то сообщение выскочило или как? Что ты можешь поменять, значит? Нет, у меня просто открылись там таланты и все. Ну посмотри, у тебя древо талантов, где ты учил, там правее, а просто ты их теперь можешь учить. Просто, ну как бы. У меня написано недоступно. Ну потому что нет очков. Или у тебя вообще недоступно? Недоступно. Вот эти четыреш, не пойму где, ну ладно. Доступны у них. А, ну они недоступны, да, просто они открылись, они до этого зеленым не светились вообще. То есть их сейчас можно будет учить сразу после этого. Сектанты на кладбище. Не к добру. Можно песика выучить еще раз. На часик отправил его воевать. Точно. Песик. И уничтожить всех. Блин, а что это я тут могу сдать? Еще не понял. Блин, дракона просрали, да? Нет. Ой, да. Ух. Куда там, блин, сюда? Здесь могу какой-то квест сдать? А, ну не могу. Ладно, не важно. Надеюсь, хоть раз его стукнуть получится. Блин. Боюсь, можем не успеть вообще. Беги, Нарсел, беги. Мобы какие-то злые. Ой, куда я... Черт, не туда бегу. Мочите скинсичку мобы. В спину ему, в спину. Охренели, мудаки. Бля, за что? Нам наверх, Кент.
Умри, дракон. Вообще немало не было поражений. Умри, дракон. Он не дохрена бьет. Может потому что... Может потому что мы как бы не совсем ДДшники. Может быть все так легко. Драконий камень. Неплохой такой драконий камень, блин, мне дали. Ну, в смысле? Это... Ты на что-то его можешь поменять лишь? Нет, это... Сейчас скажу. Это... 168 хп, 21 могущество, 21 восстановление сил, 42 проникающего урона, 21 оборона и 21... Да, ну это он первого уровня. Если его прокачать... До уровня, так я не знаю, до какого тут можно его. А, он третьего уровня. Может до четвертого уровня, если прокачать его, то будет статы круче. Оу, нет. Да, сейчас секунду. Что вы лошадку бьете, изверги? Начинает. Почему у меня нету чарджа к союзникам? Прекрасно. Надеюсь, Чартарикс будет. Через 8 минут доминирование ПВП. Что это значит вообще? Это значит, что 150% славы. Те, кто сражается, что бы это ни значит. Интересно. Странно, у меня есть квестик, книжку здесь прочитать. Да, может быть, это шум ешь тут давать. Мне ничего такого не дало. Может, за этой книжки у меня не получалось там пройти. Блин, у меня, к сожалению, единственный квест это нежить и умирающие, блин. Охренеть, он нифига не работает. Че, у меня есть еще зомби из Полины, что у тебя нема? Вот.
Я тут взял только что недавно. Осквернение могил, прямой призыв к Элембору. Не знаю, где-то здесь. А что надо делать? Убить зомби из полина. Где уже? Я, блин, не совсем могу понять, куда можно тратить эту драконью, блин, валюту на. Монеты сокровища драконов. Можно пожертвовать во время события возвращения. Я представителя. Хрен пойми. Единственное, что может быть хуже, не принеси мне. Зомби из полина. Дальше можно его взять. Ты уже знаешь, что я гений? А можешь поделиться? Сейчас подбегу. Я у недалеко. Ну и не с полиного амбала. Делиться нельзя. Зараза. Ну пошли делать твоих зомби. Не зомби, а амбала. А он исполин. Да, он такие вот здоровые хрени. Не. Ой, да мне не больно. А вся хардкорность пропала. Щитом контроля не блокировать. Ну и где тут исполин? Блин, да я задолбал эти банки жрать. Ну хоть один, а он ходит. У меня мурашки по коже от этого места. Бля, у него есть чувак с двуручным мечом. Черт. У меня какой-то тупой волк. Завершено. Можно еще раз попробовать эту хрень сделать. Я не знаю, может стоит поодиночке мне пойти. Палы еще раз дают какие-то. Мы да все палы не тупые. Давай пати пойдем. Здесь, да? Давай. Ой. Тебя со мной нет. И к сожалению, мне тут уже все пройдено. А нет, не все. Там где он стоит? У меня какой-то гном появился.
А мы его чуть убивали. Я его не помню. А убивали, я еще был Стоунхаммер. А. Умри, гном. Здесь, кстати, исполины мы были. Чего я жжу? Нарсил, беги. Мое тело, моя жизнь. Теперь все так далеко. Кто здесь? Благодарю. Тебе пора. Келембр зовет меня в мир иной. Прошу, сожги мое тело. Я сжег вторую дурачку. Не хочу, чтобы оно досталось Валинке. Я тоже только что сжег. Я сжег намного лучше, чем. Что, там сильно проседаешь по хп? Чуть-чуть раскусали тут так по неосторожно. Если я хотел бы меня меня как хило раскосывают. Нужно спрятаться. Прячься, пока они нас не нашли. Они повсюду. Лезут из-под земли и охотятся на нас. Нет. Да.
Я не знаю. Мне больно, страшно. Стыдно, что моя вера в Келемвар пошатнулась. Удалось ли тебе найти остальных? Вот она тоже спрашивает, удалось ли тебе найти остальных. Я ей смог ответить, кстати. Ну, только другой девке. Я понял. Выполнил, да, уже? Угу. Какой-то набор на скидку Зе, вот повезло. Я перед тобой в долгу. Пожалуй, стоит сказать спасибо, что хоть кто-то из нас остался в живых. Мы попались в... Чувствую, как сила возвращается. Пора уходить. Чё, так он тоже, оказывается, был магом, блин. Мог бы давно отсюда свалить. Так. Ну все, я вышел оттуда тоже. Так, приходи. Пойдем же дальше. Сейчас опять ждать, пока я в твою эту попаду. Ну, может тогда пока что бежать сдавать, я тоже побегу. Это не потина, я считаю. Не забудет, нельзя спутать. Годами дерево самосуда использовали как место отправления правосудия на скорую руку. Неплохую награду дадут за следующий квест. Видел? Сейчас я... синенького этого чувака, который будет работать. Вечно красные волшебники заставляют. Кстати, же поднятых скелетов. Я в прошлый раз был неправ. Зелененького нам дали за какой-то затем... квест. Нежить проносит все это через южные ворота в старейшую часть Невердета. Нужно выяснить, куда и зачем ходят эти костеносы. Да, нам за компанию, по-моему, дали вообще. Я просто думал, что его просто культ прокачиваешь. Дракона. Последнее о, время активно пополняет скиллы. Свои ряды наемниками. Даже у меня несколько человек увели. Эти... Естественно, раз мои бывшие подчиненные нарушили контракт,
Я имею полное право с чьей-нибудь помощью их проучить. Просто... И эта вакансия как раз свободна. Ладно. Буду дальше учить какую-нибудь из понтового. Интересно, можно их выгонять? Кого? Да этих нанятых мною работников, нахер они впались. Блин, я все хочу Хапона напарника, блин. Он крутой. Так, что у меня не стало? Ну, на старой красные ритуалы там хоть один квест. Пошли его, может, сначала сделаем. Мы где? Должны избавить мир от страха. Где мы уже были? Угу. Да, так и сделаем. Мне надо с кем-то еще поговорить по пути. А, ты уже поговорил с кем-то там, да? Угу. А что там хоть сказали? Сказали, ты эпический герой Невервинтера. Твои подвиги будут воспеты в песнях. Ой, это все, хватит меня распалить. Это легенды. Да я знаю, спасибо, спасибо, Кен. Ты лучше всех жал тут левую кнопку мышки вообще. До тебя люди не так хорошо это делали вообще. Странно, у меня два туда квеста. Один путь в деревню, а другой еще какой-то. А, тут еще ж, да. Есть расчистка входа в склеп, да? А, тут три, блин. Три. Ладно, давай красные ритуалы сделаем тут на кладбище. Все, мы сделали? Не уверен. Убейте наемников культа. Ну, ладно. Тут вот, я тоже думал, что это наемник. Он такой был стрёмный, да? Угу. Сразу видно, что он это не доброволец. Так. Солдат. Вот интересно, кто? Бля. Почему такие? Ну мы эти все. Странно, походу можно всех убивать. Да мне еще ни одного не дали, наемник. А у меня нет на... А, да, нет. Зато убейте костеносов, мне дает здесь. Костеносов, да. Здесь не дали. Может, тут наверху они? Знание подземелья здесь хренька. Короче, я ее возьму, потому что, блин, у меня эти хрени не хрени забивают инвентарь.
А, наверное, тут просто... Стянулся, наверное, только, да. Костеносы, умрите! Убийца костеносов. Красные ритуалы, а тут их до хера, да? Ладно. Тут какие-то красные ритуалы, блин. Лагерь призыва, вот, походу, дело. Странно, мы тут уже были. Ладно, пошли. Это продолжение этого квеста. Здесь, видишь, цепочки идут. Не говори, самого бесит. Какой-то сдвоенный, охренеть. Но это другой квест немножко. Угу. Надеюсь, этот не залагает. Кстати, я сейчас быстренько на работу отправлю ребят. А, точно. Что же? Я сейчас пробую, короче, сундучки брать, понял? Там какая-то хрень в этих сундучках тоже. Ну я надеюсь, там эти есть. Как это называется? Вот оно, то самое место. Дерево прямо-таки пышет злой силой. Нельзя позволить тейцам ее использовать. Опять нельзя? Не забудь, во время ритуала нежить меня не тронет. Но и завершить его одновременно защищаясь я не смогу. Не подпускай их ко мне. Не подпускай их ко мне, окей, да? И убежали, блин. Не подпустим, может... не пусть. Попорвёмся. Попробуем еще раз. Только вдвоем тоже. А, все-таки поодиночке? Да поодиночке, а что вдвоем пробовать? Ты ж видишь, он нифига не пашет. Как... Да нет, я просто, вот... блин, занимался этими другой хренью, может, поэтому. Вот теперь работаем. Чтобы полностью осветить это место, ритуал нужно провести несколько раз в различных местах. Пойдем. Пойдем. Ну ты идешь, ты мне саму иди. А, все, пошла, да? Блин, твоя прохава, не моя, тупит трындец, блин. Блин, уже неправильно. Половина мне везет, блин, с напарниками. Давайте, нападайте. Эй, чего вы до нее до кого упали? Фу. Именно идет на пофиг и ее бьет. Да, тебе вообще там херово. Она закончила ритуал, я не сел. Куда ты? А я еще не собрал дроп. Короче, мне насрать на тебя, я собираю. Блин, а где ты? Она пошла налево. Вперед. Налево. А потом свернула направо. Она, короче, вообще неадекватка. Я...
7 уровень. Да, локалит это вообще не в тему. Камушек красный, дебильный. Может, не знаю, может тебе и хорошо вампиризм, как думаешь? Не думаю. Сомневаюсь. Я знаю, у Лока все в вампиризм, он там ничего так вампирится, если честно. Она, короче, убежала отсюда, но я еще пробегусь на всякий случай, вдруг тут есть что собрать. Или ты тоже уже вышел? Тут какой-то босс. Я пока гляну, у меня тут, кстати, надо дроп продать. И накормить, наверное, артефакт, что у меня тут опять камней подропалось и херии. Так, че это у меня одеваем? Да, тут был сундучок, короче. Причем я мог только достать его. И мне такие: спасибо, спасибо. И благодарите, паладин всегда рад помочь. Ну то я и паладин, что поделаешь. Да, ты реально помогаешь. Блин, а у меня тут что-то не сделано. Четверочка, красные ритуалы. Наемники. Ну, у меня тоже не сделано, да. А, ты уже вышел? Нет, я еще не вышел. Но я знаю, что у меня он не сделан. Мы не туда пошли. Немножко. Че, у меня прямо здесь показывают? Почти. И еще один сундук был, незащищенный. В общем, два скрытых сундука. По крайней мере, которые вижу я.
Блять, еще не вышел, сейчас выйду. Ты тоже 27-й? Да. Да я еще там, а буду. Не на этих. Воу. Не знаю. Может, вас там? Красные ритуалы. Че нам нужны красные ритуалы? Они где-то тут. Не здесь они вообще. Может, под нами. Амулет где-то достать. Уже, написано. Ну да, там с другой стороны, там вообще вход получается. Угу. Интересно, там можно было где-то за скалолазить туда? Начинай. Да уже, блин, поздно. Не, я почти уверен, что там можно было попробовать. Здесь можно по скалам лазить. Вот, например... Нет, слава богу, здесь нельзя спрыгнуть. Волшебник беспонтовый. А, не, все правильно. А, подожди, это наверное какой-то ты амулет красного волшебника. Не? А, не, используется задача красный ритуал. Ладно. Так, здесь все. Ну и все. Че? У меня что-то не засчиталось нихера. А ты не подобрал красный амулет? Мне выпал с волшебника красный амулет или что-то. А мне тоже такое выпал, но у меня наемников культа надо убить. А, странно. Ну у меня не здесь Форка, написано. Да? Наемники культа вообще в другую сторону, там, где мы бежали к драконам. Красные ритуалы. Разбейте амулет на алтаре. А. Что знал вообще? Ты уже разбил. Сейчас сек, я призову торгаша, продам какую-нибудь муть. Поздновато, я уже валю. Вот. Не, беги. Меня просто не вылазит, как всегда. Мне тоже продаться. Ну сейчас в город все равно побежим. Походу. Не пойму, тут опять или нет? Что? Похоже на инстанс, но не уверен. А, кстати, ничего нам нового не появилось, ты не смотрел? В очередях. Игрок против игроков, то же самое, схватка. Схватка новая, 27-35. Ну, подземелье вроде то же самое. Да, схватка. Надо будет в нее сходить. Только перед... Надо вначале продаться. Угу. Ты подбежал сюда? Мне еще какой-то... У меня там нет квестики. А, ну ладно, я сам расчищу. А что там за квест у тебя? Расчистите вход под... Че, блин, у меня такого нет. Покой. Просто с самым героем дают иногда дополнительные квесты. Без темной квесты. Силы дерево. Да не завершено. Без уха. Я не сильно рад, если честно. Бля, куда я бегу? Соратник. Соратник, я выбираю тебя. Ух ты, яйцо дракона.
похоже. Красные волшебники пытаются создать в глубинах Невердета какую-то мощную нежить. А, они просто хотят создать какую-то мощную нежить. Судя по приказам, обнаруженным в лагере тейцев, Зиврос, один из помощников Валиндры, под... Чувак, не дослушал. Что мне нужно отдохнуть, потому что последнее задание было очень сложным. Нужно положить конец тому, что происходит. Орфисты прекрасно знают, что за особы в пурпур. Блин, ты что взял тут квест, дебильный? Еще квесты на пуху. Еще три квеста появились. За что ж ты плохого сделал? Кристофер Чаттлбелл, выдающийся Невервинтерский историк. Всегда к твоим услугам. Слушай, что ты драконом прям плачет. Из рода Блэклейкских Манини. Госпожа Манини заказала мне исследование истории ее семьи. Три квеста на дракона. Фамильные склепы в приюте мастерового. Да, мы столкнулись с жестокими бандитами в пурпурных мантиях. Мне удалось сбежать. А вот госпоже Манини не повезло. Выкупа они не просят. Интересно. Это на что? Блин. Не по плащ, либо амулет. Так пускай уж лучше будет плащ. Так, есть. У меня 4 квеста. Один, видимо, в путь в склепы какие-то. Один... Кто-то посланник мёртв. Знакомство с драконами, да. Ого. Блин, уши это тело. Сначала пойдем. Я бы сходил туда, вот посланник мертвых сделал бы. Он там единственный квест на этой стороне локации. На этот раз точно. Не знаю. Сейчас посмотрим. Наверное, туда. Я сейчас еще секундочку. Вероятность критического удара. Короче, пойду за чаем.